Здравствуйте, дорогие друзья, с вами еще Шериф, и хотим представить сегодня в обзор куртку от известного немецкого производителя Surplus. Фирма занимается изготовлением одежды в стиле милитари, и сегодня об одной из этих курток мы с вами поговорим. Данная куртка М1, классический бомбер, представлена в нашем магазине Чешериф в черном цвете. Куртка имеет 4 кармана, 2 наружных, 2 внутренних с одной стороны, с другой стороны 4 кармана на кнопках, 1 карман на рукаве на молнии металлической. И небольших 4 кармана под колпачки, ручки и прочую мелочевку. Молния в данной куртке выполнена металлическая, двусторонний бегунок. Куртка выполнена 100% нейлона, очень хороший материал, крепкий. Наполнитель в данной куртке хлофайбер. Благодаря своим уникальным свойствам хлофайбер прекрасно заменяет пух и перо, но не вызывает аллергии. Легкий, теплый, сохраняет тепло и пропускает воздух, почти не накапливает пыль и не электролизуется. Данная куртка представлена в черном цвете, повторюсь. Воротник, манжеты выполнены обычный трикотаж. Очень приятно, нигде ничего не натирает. Куртки немного больше мерят. По размерам обращайтесь к нам в интернет-магазин, всегда подскажем, сориентируем, либо по номеру телефона 8495-317-1120. Также отправляем по регионам, Почта России обычной посылкой, очень дешево получается. Работаем еще с доставками в Республику Беларусь и в Казахстан. В Республику Беларусь доставка стоит от 315 рублей. Ссылочка для перехода на сайт будет в описании к видео. И с вами был Чешериф. Пока!